Супер Хот. Чё, как, зрители? Это Гагатун, и сегодня будем с вами играть в Супер Хот. Эта игра, это прототип, это, то есть это как такая бета-демо-версия для уже полноценной игры Супер Хот, которую сейчас рекламируют на Кикстартере. Вы можете сами нагуглить, задонатить деньги, потому что там дают бета-версию, по-моему, раннюю. Если вы прям совсем много задонатите, то вам и альфа-версию дадут. Ну, собственно, я тут не для того, чтобы рекламировать эту игру, я для того, чтобы показать интересный прототип. И, кто помнит, я в своем ролике про Super Time Force говорил, что сейчас очень много игр, которые используют фишку со временем. И главной фишкой этой игры является то, что когда ты не двигаешься, время фактически стоит на месте. Как видно, что оно не совсем стоит на месте, оно продолжает двигаться. Но когда мы начнем двигаться по-настоящему, то время как раз начнет двигаться вперед. А пока мы стоим на месте, время как бы медленно-медленно зависает. И это очень-очень интересно, потому что это не просто какой-то мы решать пазлы будем с помощью этой механики. Мы будем играть в настоящий шутер. И сейчас мы дойдем до этого дела, что сейчас говорят нам чувака, замочить чувака. О, вынесли чувака. Теперь мы такие, у нас есть пистолет, и теперь мы можем начать слоу-моушен и мочить людей. Один вынесен. Так, этот чувак двигается, поэтому я не уверен, что я по нему попаду. Попробуем засчитать. Сейчас, замочили. И когда уровень заканчивается, нас спамят вот этой фигней про суперхат. Но, говорю, игра очень интересная, это очень интересный прототип. И мне лично самому очень интересно было бы его профинансировать. Будь у меня зарегистрирован аккаунт на Кикстартере. Но из-за того, что... О, боже мой, пуля прилетела мне в живот. Я специально показываю вам, я, конечно, могу их быстренько расстрелять всех, но я показываю, как это все работает, интересно. Окей, меня застрелили. Окей, он выжил. Что-то они все... Окей, у меня кончились пули. Окей, отлично. Вот так вот это что-то и происходит. Когда я первый раз играл, конечно же, всего этого не было, но стоит мне об этом вам говорить, потому что я всегда об этом говорю. Давайте быстренько все. Пуля так. Так, одного замочили. Не знаю, замочили. Так, того мы убили, того убили. Еще один остался. Так, замочили. Но чем дальше ты двигаешься, тем веселее становится. Тут сейчас у нас будет коридор, вдоль которого нам нужно просто уворачиваться от пуль. Поэтому, да. Воу. Чувствуешь себя в матрице, да? Помните, когда агенты Смиты стояли, стреляли в тебя? Поэтому мы сейчас понемногу так будем двигаться вперед такие. Оп, оп! Лучше не настигать, то есть лучше не жать вперед прям кнопку, чтобы видеть, куда летят пули, чтобы от них уворачиваться успевать. Мне очень нравится такой простой арт-стиль. О, черт, я все равно не добрался до пистолета. А если я буду просто так делать, окей. Они не стреляют влево-вправо со мной, они стреляют больше, куда им захочется. Черт. Так, я думаю, да, эта стратегия как-то повыгоднее будет, чем моя предыдущая стратегия. Супер хот. Ну, в общем, что, в принципе, на этом прототип, идея прототипа заканчивается, но в полноценной версии они обещают и то, что и чуваков можно будет... И чуваков можно будет там, что они на частицы распадаются. Мне как бы говорят, что тут спавнится постоянно противники, и 10 противников осталось. Поэтому я подойду чуть поближе. Давай. Проблем тут еще в том, что патроны постоянно сами по себе кончаются. Так, я поменял пуху. Вот это стул. Yeah.
Обычно я еще люблю в центре комнаты вставать. Три осталось, и кто еще? Сколько у меня пуль осталось? Кстати, они не пишут, сколько пуль остается. Так, интересно, могу звучить его? Окей, пули кончились. Отлично. Почему-то я в бок ему никогда не попадаю. Оп, ну. Оп. Опять пули кончились. Да что за фигня? Сколько у них пуль всего? Окей, этот чувак стреляет по мне, стреляет по мне. Мне страшно. Прям. Окей, я его замочил, меня не. Эй! Кто-то супер горяченький. Постфайт. Босс-файт будет просто супер сложным. Сразу он говорит, что вы ожидаете легкий босс-файт, он будет супер сложным. Вот. Yes! 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 Я дальше нету. Да, кстати, можно встать, и когда ты двигаешься, все равно кажется, как будто ты в слоу-мошне находишься. Да нельзя еще что-то другое место куда-то. Feedback. And do your job! Вернись и сделай свою работу. Ладно, окей, воды, ребят. А, Гарю, концепт очень интересный. Мне было бы очень интересно посмотреть. Это все дело с каким-нибудь движком от Макс Пейна. Теперь, типа, убери себя, ты хорошо поработал. Теперь просто пройди через окно. Я так иду такой. Пройди через окно, вдруг я не хочу проходить через окно. Возможно, я могу когда-то спастись. Нет, я не могу никак спастись. You've been a good... Остановись, ты был хорошим мальчиком. Вот такая вот игра. Я надеюсь, что вам показалось этот ролик интересным. Если хотите больше, то вот говорю, можете пойти продонатить Kickstarter. Они, в принципе, уже собрали все деньги, которые были им нужны, судя по тому, что они написали. И там они сейчас собирают на всякие дополнительные фичи. Ну ладно, в общем, на этом все. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарии, ставить пальцы вверх, а также рекомендовать этот канал друзьям, потому что я всегда рад вам подписчикам. На этом все. Пока. И обдё.